И вот чем закончилась наша поездка в Бир около аэропорта. Мы назад прилетели на ковре-самолете. Нам как раз его здесь и не хватало. Его надо будет чуть-чуть постирать, высушить, и будет отличный коврик. Не будем ходить по голому полу. Две салатницы у нас для оливье. Будет чем гостей встречать. Также пленочка у нас для кухни, для посуды, чтобы у нас не замазывались полочки. Зонтик. Ну, его чуть надо будет подремонтировать, ручку поменять. Набор судочков. Не устояли мы от красивой чашечки ребенку. Заварничек с нержавеечки. Может быть, чаек пить без заварки. И две ночные жалюзи. Нам тоже как раз их не хватало. Мы тоже планировали их покупать. Все это нам сегодня досталось бесплатно в Бире. Мы этого не планировали. Мы ехали снимать туда видео, как туда доехать. Мы дальше продолжаем выдавать злачные места в Бергене. Сегодня мы поедем в Бир-центр, в районе аэропорта. Вот мы сейчас находимся в аэропорту. Внизу у нас трамвай наш, Бибан, первый номер, это конечная. И мы выдвигаемся по ходу движения трамвая. У нас сегодня неважная погода. Как всегда обычно. У нас до этого пару дней было. Мороз был. И солнышко. А сейчас уже второй день потепления. И сегодня, как всегда, в Бергене идет дождь. Ну, с небольшим снегом. Температура сейчас плюсовая. Берген, Норвегия. У них в этих бир-центрах, куда мы сейчас едем, в бирах, это их не мусорки, есть центры, в которые люди сдают вещи, которые им не нужны дома. Если они эти вещи сдают, они не платят деньги за утилизацию. Если они сдают мусор, надо платить деньги за утилизацию. А все желающие могут прийти и взять бесплатно. У нас уже 10 час. Вон уже висит вывеска. Он за этой горой, наш центр. Еще раз пересекаем дорогу. Его объехать. Вот расписание. В субботу он до 4, а каждый день с 9 до 8 работает. И вот сам центр.